наших поварих упала. Странница, послушай. Говорят, мятежники Тенакта захватили пограничные врата на западе. Если пойдешь туда, лучше к ним не приближайся. Спасибо, запомни. Опять мятежники. У Утару и своих проблем хватает. Возможно, стоит им помочь. Родная. Возможно, мы недостойны жить в песне долины. Да встретишь ты изобилие. Может, а ты необычная девушка, правда? Нет, для этого нас слишком мало. Ну, тогда займемся прополкой. Еще один заход. Смирись уже. Что тут происходит? Ты та, что говорила с Хором. Сможешь нам помочь? Это наши дела, чужеземка. Неужели тебе не надоело совать в них свой нос? Думаю, еще разок можно. Продолжай. Моя жена Калая только что вошла в Хор. Она отправилась на мыс, чтобы выполнить обряд открытия и, наверное, упала. И теперь они отказываются ее искать. Мы искали достаточно, Бри. Поисковый отряд нашел только ее разбитый инструмент на берегу реки. А на мысе была только краска, которую она взяла для обряда. Мы не можем требовать от людей рисковать своими жизнями из-за одной упрямой женщины. Но ее семена должны попасть в землю ради памяти. Я слышал, ты помогла духу Землире. Увидела то, чего никто не смог. Прошу, найди ее мешочек. Пустые надежды точат корни. Почему Калаю выбрали для Хора? Хор выбирает сам, но должен слушать мнение остальных людей племени. Калая предлагала новые идеи взамен старых обычаев, и люди прислушивались к ней. Мы не можем быть глухи к иным мнениям, пусть они нам и неприятны. Значит, пришлось принять Калаю, чтобы не дать распространиться ее идеям? Чужеземка быстро все схватывает. Обряд открытия. Что это такое? Это паломничество на мыс. Место, где первые Утару узрели песню долины. Калая должна была пройти по пути предков, окрасить глаза и сыграть свою песню над просторами нашей земли. Затем она бы нанесла свою отметину на сам мыс, рядом с отметинами, приходивших ранее. Раньше так делал каждый новичок Хора. Но из-за помешательства мы перестали их отпускать. Слишком опасно. Давно никто не ходил. Так почему она пошла? Мы убеждали ее не ходить. Но она, как всегда, никого не послушалась. Думала, это придаст значимости ее голосу. Она хотела доказать, что уважает традиции, хоть и призывает жить по-новому. Считала, так ее начнут слушать. Калая предлагала все изменить? Полностью. Вы бы с ней поладили. Песня долины погибает.
Но Калая считала, что мы можем выжить. Как ветер уносит семена в далекие земли. Она предлагала покинуть Песню долины, найти новый дом. Мы проросли в эту землю. Дерево не может сойти с корней даже при пожаре. Но вы не деревья. Теперь это не важно. Калая носила мешочек с семенами? Как и каждый Утару. Мы выбираем семена в юности, собираем их с растений предков или других значимых для нас. После смерти эти семена возвращают в землю, которая взрастила их, чтобы они вновь проросли. Поэтому мне так важен мешочек Калай. Ее семена нужно посадить в Песне долины. Река унесет ее семена к новым землям. Там они прорастут и расцветут. Цвести вдали от дома. Иногда это лучший вариант. Я осмотрю там все, если окажусь рядом. Спасибо. Мыс на северо-востоке отсюда. Ищи сломанный мост у подножья утесов, у основания мыса. Там поисковый отряд нашел ее инструмент. Ясно. Ты как, не против? Меня не волнует, как ты тратишь свое время. Бесполезно искать то, что земля уже забрала себя назад. Машина. Ты должен серьезно поговорить с этими детишками. Кончится в этом месяце. Я понимаю тебя. От твоего понимания еды не прибавится. Что тут происходит? Вы о чем-то спорите? У нас тут серьезный разговор, странница. Юл, не надо. Не сейчас. Вот почему я люблю растения, а не людей. Они меньше от тебя требуют. Прошу, прости, Юл. Весь наш народ дружелюбен, но голод ожесточил многих. Похоже, скоро у вас кончится все необходимое. Я могу как-то помочь? Юл права. Нам нужна еда. Так сильно, что мы отправили охотников на север, в старый лес. Мы не убиваем животных ради еды. Точнее, не убивали. Но урожая нет. И выхода тоже. Но это не все проблемы. Машина перебила последний отправленный отряд. Загонщик. Но, судя по словам выжившего, куда более опасный, чем его собратья. Пока он там, я не могу послать людей на охоту, а без добычи нам будет нечего есть. Я видела тебя, когда говорила с Хором. Да. Прости, что не смогла помочь тебе и помочь Зо. Многие считают, что мы выше политики, но это неправда. И я не всегда согласна с Фейном, но мы плодотворно работали вместе. И ты не хотела спорить? Не перед всем Хором, да. Надеюсь, ты на меня не в обиде. Забудем прошлое. Все закончилось хорошо. Сколько племя сможет продержаться на старых запасах? Духи земли продолжают отравлять поля. Может, месяц или два. Хуже всего, что многие смирились с судьбой. Вот Фейн предлагает просто ждать смерти. Но знаешь, смерть — лишь часть цикла жизни. Но тебя это не устраивает. Да, и я отправила охотников в старый лес. Фейн был против этого. И он уж точно скажет всем, что произошедшее — лишний повод послушать его. Разберемся. Расскажи все, что знаешь о машине, напавшей на охотников. Она набросилась на них на краю старого леса. Один только Вен выжил и вернулся в Песню долины. Ты хочешь расспросить его? Он отдыхает у целителей. Другим четверым охотникам не повезло. Должно быть чудовищный зверь. Ты убьешь его? Я одолела много машин. Хорошо. Нам нужна добыча из старого леса. И еще кое-что. Утару с рождения носят мешочки с семенами. Их сажают, когда человек умирает. Так мы храним память об ушедших и делаем их частью цикла жизни. Ты сможешь вернуть семена семьям погибших охотников? Я постараюсь. Спасибо. Будь осторожна в лесу.
Прежде чем войти в старый лес, поговорю с выжившим. Пусть расскажет мне о том загонщике. Дети, не бегайте в поле! Однажды Дрей спросил, где... Начинается мир. И где кончается? Я знаю. Ни один мой ответ тебя не устроит. Поэтому тебе придется самой отправиться. Не стесняйся украсить свои доспехи. Она помогла отбить атаку машины при рождении. Хвала. Какая интересная игра. А какие правила? Я не учу новичков. Найди себе кого-нибудь еще. Значит, пока не поиграю. Всегда можно отправиться в Скрежет горы. Наверняка Азерам научит меня. Что ты тут делаешь? Я попадаю. Какой приятный сюрприз. Нам нужно пригласить певца на церемонию его цветения. Потерял он. Я думала, уже не увидел. Слышал сестра из шепота реки, пришла в песню долины. Элой, я хотел поблагодарить тебя за то, что спасла мне жизнь. Тут мало что есть, но обещаю, мои пайки помогут тебе сохранить силу в походе.
Надеюсь, ты знаешь, здесь тебя всегда с радостью накормят, Элой. Спасибо, Дайан. Не бывает зимы без весны. Прошу! Хор отказал мне! Я не знаю, что делать! Может, для начала расскажешь, что стряслось? Я с севера, из шепота реки. Пару ночей назад я проснулась от крика соседей. Мятежники Тенакт напали. Это были разведчики, но мы еле отбились. Если они придут большим отрядом, мы не воины. Нас перебьют. Я думала, Хор нам поможет. Думала, общая земля роднит нас. Но, похоже, здесь меня услышит только чужеземка. Наверное, глупо надеяться, что ты защитишь нас от налетчиков. Мятежники Регаллы, ты знаешь, почему на вас напали? А почему солнце садится вечером? Они Тенакт. Они живут войной. Обычно дерутся между собой. Но им приглянулась наша деревня. Мятежники хотят отобрать наши припасы для похода на западные кланы. Здесь они не нападут. Можете уйти в Песню долины? Чужеземке, наверное, сложно это понять. У всех Утару есть семена. Их высаживают после смерти. Много наших семян упало в леса шепота реки. Особенно в гибельные годы. Вы зовете их красными набегами. Мы никогда не уйдем. Жертва была велика. Хор выступает от имени всех Утару. И я бы не посмела перечить. Но они считают шепот реки и другие дальние поселения отринутыми песней долины землями. Не слушают мольбы о защите. Если я отправлюсь на север, я навещу твое селение. О большем я не прошу. Когда будешь в деревне, найди Кью. Он глава ополчения. Это я понял. Но как? Привет! А тебя кое-кто стало. За эту неделю я уже столько раз... Подруга, почему ты думаешь, что оказались так? Пусть земля цветет. Малыши, вернитесь домой к обеду. Вон тот охотник, который выжил. Ну ты и прыгаешь. Может, она знает, где достать еды? Вен, расскажи о машине из старого леса. Ты охотишься на ту зверюгу? Собираюсь. Ты не против ответить на пару вопросов? Я расскажу все, что смогу. Расскажи подробно, что случилось. Мы впятером охотились на кабана ради мяса. Так же, как и много раз до этого похода. Встретили несколько машин, так всегда бывает в старом лесу. Как обычно, мы их победили. Но на этот раз, сразу после боя, мы услышали рев. Вен, тише. В листве что-то блеснуло. Когти и хвост. Он растерзал Коула, Ри и Зана. Пошел на меня. Ударил по плечу. Пошла кровь. Потом в его шею вонзилась стрела. Мой друг Лао отвлекал его. Прыгал, кричал. Монстр бросился. Лао помчался в лес. Машина за ним. Он успел только крикнуть мне бежать. И я сбежал. Только на полпути в Песню долины я понял, что бросил Лао умирать там. Можешь рассказать о той машине что-то полезное? Похоже на загонщика. Только сильнее. Намного сильнее. Что-то еще? Его броня темнее. И светилась фиолетовым. Спасибо. Кажется, я знаю, что это. Мне пора идти. Не стоит биться с ним.
Я знаю, что делаю. Ну, если так, надеюсь, ты зарубишь его. Он убил Лао, моего друга. Хватит бегать, дети! Иди сюда. Хочу с тобой поговорить. Почему ты думаешь, что это? Здравствуй. Да обретешь ты изобилие. Пусть земля цветет. Да защитит тебя земля. Что случилось? Кто-то попал в беду? Да, Джакс. Прослышал, что Тенакт бродит там, где их быть не должно, и сорвался с места. Отправился на юг к каменному эху, чтобы найти их. Дурья башка. А кто он такой, этот Джакс? Мой друг. Непонятно, что ли? Он чуть моложе меня. Его кости при ходьбе пока не скрипят. Еще из лука хорошо стреляет. И выпить с ним, милое дело, когда есть что пить, конечно. Но я ему сказал, сунешь руку в колючий куст, потом не жалуйся на шипы. Может, мне его поискать? Каменное эхо, говоришь? Да, да. А теперь не отвлекай. Мне нужно повыдергать корни. Гляди в оба в этих краях, правильно? Снова встретились. Удачи тебе в полях сегодня. Я повсюду тебя встречаю. И тебе того же. Пожалуй, оставлю при себе. Старый лес. Шаэль сказала, где-то здесь напали на охотников. Нужно поискать мешочки с семенами. Ты дружишь? Но не все, кто не ее кажется. Там на поляне мертвый удар. Наверное, один из охотников. Я не смогу забрать семена, не разобравшись с машинами. Отвратно!
Так, теперь можно взять мешочек с семенами. Приберегу на будущее. Вот и семена. Но где остальные охотники? И загонщик, напавший на них. Надо поискать следы визора. Надо поискать следы. Пахнет интересно. Вот. Следы загонщика. Похоже, они бежали от него вглубь леса. Наверное, загонщик давно. Так, мешочек у меня. Надо найти след загонщика и двигаться по нему. Третий охотник. Нужно взять его мешочек с семенами. Загонщик поймал его и убил. По крайней мере, я вернусь за мешочек. Надо остановить ту машину.
Поищу следы. Три охотника. Должен быть еще один. Наверное, загонщик погнался за ним. Из этого можно сделать хорошую краску. Здесь остался какой-то налет. Липкий, как смола. Вряд ли это наследил загонщик. Может, какое-то оружие? Похоже, загонщик поднялся на утес. Лао заставил его побегать. Скала покрыта царапинами. Наверное, машина поднималась тут. Снова налет. Похоже, в нем застрял коготь машины. Охотник заметил ее и продолжил убегать. Огонь тут не пойдет, нужно что-нибудь другое. Следы загонщика кончаются тут. И последнего охотника не видно. Мне кажется, я знаю, почему машины наблюдают за той растением. Сперва надо их убрать.
Если я расслаблюсь, то машина может и не идти дальше. Эту машину можно заморозить. Thank you.
машины пытались пробиться в ту расселину. Надо осмотреть ее. Похоже, Лао оказался находчивым. Их нет? Я не ожидал помощи. Спасибо, чужеземка. Я ищу загонщика. Куда он убежал? Будешь драться? Ну да, я справлюсь. Кто ты? Просто побудь тут, пока я его выслеживаю. Я сообщу, когда... Дальше я разберусь. Я помогу, замедлю его. Не высовывайся и не стреляй первым. Берегись когтей. Охотников. Защитница других машин. Я прикрою! Thank you.
Он замедлился! Это все. Ты желал, да? Вен думал, что бросил тебя. Он добрался. Я беспокоился. Он сказал, ты отвлек загонщика и спас его. А он спас меня, послав тебя сюда. Что ж, мы квиты. Хочу увидеть его лицо, когда он узнает, что я жив. Тогда беги быстрее. И спасибо за помощь. Замедление мне помогло. Вот, забирай. Надо будет, еще сделаю. Но, надеюсь, понадобится не скоро. Еще один охотник вернется домой. Осталось только вернуть Шаэль семена павших.